Друзья, у нас сегодня уникальный гость. Тотров Юрий Хангиреевич. Разведчик. Создатель методики выявления иностранных разведчиков, действующих под различными прикрытиями. Юрий Хангиреевич закончил МГИМО и разведшколу первого главного управления Комитета госбезопасности СССР, ныне Академия внешней разведки. Ну, как вы догадались, это кадровый разведчик, который давал, так сказать, всяким этим шпионам не пробраться к нам. Юрий Хангиреевич 10 лет работал над уникальной книгой. Она называется «Английская разведка в России». Об этой книге мы хотели и сегодня поговорить. Юрий Хангиреевич, здравствуйте, рады вас видеть. Вам слово. Почему именно английская разведка в России? Английская разведка в России появилась еще в 19 веке. А моя книжка о английской секретной разведке, которая была создана в 1909 году. Вот. Так что книга моя в основном посвящена британской разведывательной службе SIS, Secret Intelligence Service, или MI6, MI6. Вот об этом основная моя книга. Причем, если моя первая часть, предыстория, как раз о том, как английская разведка, в основном военная и военно-морская, работали в России до Первой мировой войны. Причем они использовали при этом очень активно английских консулов. Некоторые консулы, ну, с удовольствием сотрудничали, потому что получали какие-то гроши за это. А некоторые были такие инициативники, которые выходили в Лондон с предложением там добыть такую-то информацию друг другу. Но это закончилось все в 2014 году, потому что в 2014 году англичане обратились в Лондоне к нашему военному атташе. Друзья, в 1914 году. Да. Когда началась война, и мы были союзниками по Антанте. Они попросили разрешения у нас, чтобы два представителя английской секретной службы, как тогда в России называли тайные службы, военного министерства, потому что СИС, она родилась в недрах военной разведки, военного министерства. Она не свалилась с неба. Вот. Ну, конечно, обсуждения были в Петрограде уже, докладывали военному министру, дали согласие. Они приехали, да, причем они попросили, что переводчиком без права голоса будет еще один лейтенант. Ну, этот лейтенант оказался очень интересным, он родился в Москве. Причем интерес родился он в Юсуповском дворце в Москве, который, к сожалению, сейчас до сих пор не могут отреставрировать и сделать из него музей. Вот. Ну, в принципе, это получились двойные стандарты, как всегда. Мы англичанам предоставили такую возможность, чтобы третья разведка английская появилась в России, потому что до этого военная и военно-морская разведка были представлены и в Москве, и в Петрограде, в Петербурге, военными и военно-морскими атташе, так же, как англичане. Вот. А тут появилась еще третья разведка. Так вот, эта разведка, так называемая, почему-то у нас было принято звать английская intelligence service. В переводе это вообще производит как английская разведка. А имеется в виду СИС. Никто об этом как-то не говорил.
Самое интересное, что когда я начал заниматься этой темой, я обнаружил, что в военном историческом архиве в Лефортово лежат списки английской военной миссии. И там, значит, перечень всех этих самых сотрудников этой миссии. А эта миссия была не что иное, как материалы на 17-й год. Это уже их было больше 10 человек. А помимо этого, еще в 16-м году они открыли из представительства паспортного бюро. Это уже контрразведка СИС, которая напрямую была связана уже с английской контрразведкой MI5, MI5. Вот. Так вот, поскольку в то время до меня никто как-то не обращал внимания на эти списки, списки английской военной миссии, списки паспортного бюро, ну, подумаешь, военная миссия, ну, военная, ну, что? Многие пишут там диссертации о российских военных разведчиках, вообще о наших генералах, царских в основном. Многие из них очень интересные. Вот я стал об этом очень интересные вещи писать. Значит, для меня это была очень интересная тема, потому что она совершенно не освещалась в нашей прессе. В нашей прессе, допустим, очень широко освещается деятельность наших чекистов против английских разведчиков после Октябрьской революции, когда мы из союзников превратились во врагов. Это другое дело. Много очень книг вышло, очень много очень интересно. Вот. А то, что действительно английская разведка присутствовала как наши союзники, вот, и многие из тех, кто были в составе возглавляли эту самую военную миссию. Они потом, значит, во время, после Октябрьской революции возглавили, вот, допустим, такой Торнхилл, майор Торнхилл, Камберт Торнхилл. Он потом был начальник разведки в Архангельске во время иностранной военной интервенции на севере. Другие тоже где-то они оказывались, или в Мурманске работали, или, допустим, на Дальнем Востоке. Так вот, вторая часть моей статьи как раз о том, как развивалось наше сотрудничество, когда мы были союзниками. Это тоже довольно интересно. Потому что даже в это время, значит, они им как-то удалось, используя антивоенные настроения в стране, а также неприязнь к Распутину, они, значит, имели отношение к убийству Распутина. Причем английские авторы и вообще англичане, они утверждают, что, допустим, представитель СИС, сэр Сэмюэл Хор, он не знал об этом. А его вроде подчиненные имели к этому отношение. Но тут довольно-таки странная история, потому что когда Пуришкевич пришел, и так довольно обычно, как будто это ничего особенного не поставляет, сообщил, что мы собираемся Распутина копнуть, ликвидировать. И сомнительно, что об этом он не доложил в Лондон, потому что грош ему тогда цена, если он разведчик, он считал себя разведчиком. Ну, потому что он возглавлял фактически, был представителем MI6, тогда он называл MI1C,
потом остала MI6. Чтобы он не доложил об этом центре. Почему? Потому что он прежде всего был политическим деятелем. Он был членом парламента. И потом он стал министром иностранных дел, министром авиации и так далее. И послом, допустим, тоже в Испании. Так что это очень интересная тема. Потом очень интересная тема о том, как англичане стали действовать против нас. Это уже после Октябрьской революции. Вот интересно, что Троцкий, Лев Давыдович, когда министр иностранных дел, у него секретарша была такая Евгения Петровна Шелепина. Очень привлекательная женщина, высокая, под 1,90 м. В нее влюбился либеральный журналист Артур Ренсел. Ну, он влюбился, и она ему ответила взаимностью. Но самое интересное, что поскольку у них такие были отношения, Ренсел стал получать от нее информацию. И фактически под носом у министра иностранных дел, а потом он стал военным министром в марте 2018 года. Английская разведка действовала, а ЧК ничего не знала, даже и в уст не было. Но ЧК тогда фактически только в пеленках было, так что тут говорить нечего. Вот. Ну, кончилось тем, что они поженились, и оглядываясь назад, можно сказать, что в то время, конечно, не было никаких управлений охраны президента, как вот сейчас, или 9-е управление, когда было КГБ, это охрана правительства. А тогда не было даже людей, которые занимались бы охраной Алёны Троцкого. Но Троцкий к этому спокойно относился. У него был при себе револьвер, которым он не умел пользоваться. Однажды даже пристрелил окошко в своем кабинете. Также у этой самой, у Шелепиной тоже был револьверчик. И она тоже не умеет пользоваться. Другую дырку сделала изнутри в этом кабинете в Смольном. Вот такие интересные эпизоды. Вот. Ну, третья часть у меня посвящена об английской разведке 16 года по 20 год на Дальнем Востоке и в Сибири. Там, конечно, очень интересная тема, как, кстати, главным военным представителем стал бывший военный атташе в Петрограде, но он начал прибыл в 2011 году. Ну, Нокс. Фред Нокс. Там он уже был генерал, ну, полный генерал, не полный генерал, а генерал-майор. И многие из тех, кто раньше работал в составе английской военной миссии, тоже оказались там. Тут отдельная тема о том, как этот самый Нокс фактически курировал Колчака. Об этом целая куча документов. Ну, я не стал их детально в этой книге использовать, потому что это уже, я считаю, отклонение от темы, хотя все эти документы из английского архива, то же самое ценное. И они, в общем-то, нашим читателям, историкам неизвестны. Но тут я должен сказать, что, к сожалению, наши архивы, допустим, архив ФСБ, архив КГБ, архив СВР, они до сих пор закрыты. Но, к сожалению,
даже закрыты документы об английских разведчиках столетней давности. Непонятно, чего здесь, можно сказать, откладывать их на них табу, чтобы они... А я думаю, это, конечно, чтобы наши историки могли пользоваться. Вот. Ну, что еще можно сказать? Там очень много интересных эпизодов будет о том, как в четвертой части, что стало с этими разведчиками, куда они, где они объявились. Вот, допустим, тот же Скейл, который одно время возглавлял английскую военную миссию, значит, когда мы были союзниками, его назначили резидентом СИС уже в Стокгольме. И в Стокгольме он курировал работу английской разведки с территории Прибалтики, с территории Финляндии, с соседних прибалтийских стран Финляндии. И первым его агентом оказался Сидни Рейли. Сидни Рейли, поэтому у него псевдоним ST-1. То есть первый агент это самое ST это значит Стокгольм. Вот, потом многие другие английские разведчики стали тоже известны. Кодовые такие названия, кодовые номера, тоже они все начинали с ST. Потом уже в 40-е годы кодовые названия изменились, стали пятизначными цифрами. Каждый указывал префикс, какая-то страна. Вот. Ну что, в любом случае, мне помогали в этом, конечно, прежде всего я свое предисловие. Я выражаю благодарность прежде всего двум англичанам, которые совершенно бескорыстно помогали мне находить документы по конкретным лицам в английском национальном архиве. Вот. Ну, также мне помогали и друзья, и родственники, и соседи. Генеалоги, и те же и финны, и эстонцы. То есть это действительно была многолетняя работа, и, как говорят, курочка по зернышку клюет. И я не знаю, как она получилась, и насколько это будет интересно читателям. Но в любом случае, многие вещи для читателей будут впервые. Это точно. Может быть, это будет слишком академично, но моя задача какая? Вот, допустим, Сан Саныч Танович, он замечательный, понимаешь, историк, он председатель нашего общества по изучению отечественных спецслужб. Он написал замечательную книгу, значит, про известного деятеля Орлова, который был сначала действительно статский советник и когда-то даже допрашивал Дзержинского. А потом он проник в ЧК и чуть не стал правой рукой Дзержинского. Только чудом он провалился. Потом он стал на Западе, в Германии, открыл контору по фабрикации советских якобы документов фальшивых. Он что-то был талантливый человек, но потом он стал действительно очень серьезным врагом нашим. Вот. Что еще можно сказать? Ну, об этой книге, конечно, я начал о том, что это Зданович очень хорошая книга. Он там имел возможность использовать архивы ЧК Петроградского, Петербургского, потому что там на самом архиве сохранились.
Но даже там он приводит фамилии этих английских разведчиков несколько. Вот. Без фамилий, без имен. Вот моя главная задача была, основная сложность, идентифицировать всех этих разведчиков и контрразведчиков российских. Потому что даже вот в списке английской военной миссии, которая хранится в нашем архиве, там даны только фамилии, причем в некоторых случаях даже фамилии перевернуты. Вместо РИД без имени написано ГИД. Вместо Андерсона тоже как-то искажена фамилия. То есть это все мне пришлось, как говорят, под микроскоп смотреть и выяснять, что это, кто это. Я в основном как раз в своей книге даю полную биографию, потому что если некоторые дипломаты английские, они кончали, допустим, как бы привилегированный колледж, потом учились там в Оксфорде, в Кембридже, знали там 1, 2, 3, 4, 5 языков. Так некоторые английские разведчики вообще не имели высшего образования. Но зато они как вошли в историю как сотрудники СИС, которые принимали участие в конкретных акциях в отношении Советского Союза, Советской России. Вот был такой разведчик Томс. Он погорел, значит, когда арестовали эту агентуру СИС в 18 году. О нем, значит, на следствии много рассказывали. Так он потом объявился уже в Таллине под фамилией Тернер. Уже под другой фамилией. Это такой редкий был случай, когда англичане меняли свою фамилию. Но наши, как говорят, наши глупа, как оказался бывший сотрудник английской разведки, русский, Арсений Житков, который 20 по 29 год работал в резидентуре СИС в Таллине. Ну, когда наши войска вошли в Таллин в 40-м году, его, конечно, арестовали. Так вот он действительно дал очень много ценных и полезных показаний, которые тоже я использовал. Кстати, архивы эти самые КГБ, КГБ, НКВД, они сейчас находятся все в Таллине, в Риге и в Вильне. Вот мне пришлось туда специально поехать в Таллин, чтобы снять копию с этого дело НКВД следственное. Это, конечно, очень грустно. Это материалы там находятся. Другое дело, что историки могут это использовать в своих интересах. Если у них есть такое желание, есть возможности. Причем в Таллине им не надо даже деньги платить. Пришел в таллинском архиве своим фотоаппаратом или своим мобильником и отснимай себе бесплатно. Вот такие макароны. Юрий Хангиреевич, можно вам задать вопрос? Конечно. Вот за последние десятилетия всем стало понятно, ну, всем, я имею в виду, ищущим, думающим, читающим, наблюдающим, рассуждающим о том, что Англия – это исторический враг России, исторический. Но в отличие, к примеру, от США, США – это противник геополитический, или, к примеру, Китай – это противник экономический, а это исторический. То есть, можно ли сказать, что в революции и февральской, и октябрьской в 1917 году
вклад именно Англии вот в то, что произошло с нашей страной и в нашей стране, максимальный из всех других государств. Понятно, что разведка – это инструмент, так сказать, власть придержащих. Или кто-то еще больший вклад внес. Немцы, например. Ну, трудно сказать, конечно. Причем сказать можно все, что угодно. Надо найти какие-то подтверждения. То, что англичанка гадит всегда, это совершенно точно. И вот все эти самые... Но помимо английской разведки есть еще и ЦРУ. Тоже дело так называемых Скрипалей. Не-не-не, секундочку, но ЦРУ точно не участвовало в революциях 17-го года по причине Оно не своего отсутствия. существовало. Мама отдельно, ну, извините, да, продолжайте. Ну вот. Так что англичанка, она всегда, я говорю, гадит. Но и до сих пор мы знаем, что мы считаем, что она нам нагадила со Скрипалями. Тут я уже отступаю от темы, говорю, что это дело, судя по тому, что кто от этого выиграл, как обычно спрашивают, кому это выгодно. Прежде всего, американцам, потому что они нам на основании того, что мы пытались отравить, санкции ввели. И плюс то, что мы применили, якобы этот самый отравляющийся, другие санкции ввели. То есть англичане у нас выгнали 24 там человека, англичане у нас выгнали, американцы выгнали у нас 60 человек и плюс 150 из Европы. То есть выгода прежде всего американцам. Ну ладно, эту тему я закрываю. Вот. Так я вам о себе, со своего примера могу сказать, как англичанка, понимаешь, гадила вот в отношении меня. Я всю жизнь занимался за границей ЦРУ. Я знал сотрудников СИС, мы встречались так на различных приемах, но я их никогда не трогал, никогда не теребил, потому что я не был на них времени. Но все пакостные статьи обо мне, меня пытающие, раскрывающие, кто я такой, опубликовали англичане. Даже я вот работал в Японии, обо мне писали в это время в Лондоне именно англичане. Гонконгский журнал тоже англичане организовали эту публикацию. Так что вот вам пример. У англичан очень, очень толковые, хорошие мозги. Но они намного беднее всегда американцев. Поэтому они подбрасывают идею, американцы подхватывают, они вроде как совместно это проводят. Так и в отношении Октябрьской революции или Февральской революции, трудно сказать. Другое дело, что если посмотреть, что там я вот как раз в эту тему как-то грызся, далекую, предреволюционную. И выясняется, что огромное количество было, я об этом пишу на эту тему, о том большое количество англофилов в нашей Думе было, среди наших различных партий. И поэтому после февральской революции эти англофилы, они возглавили правительство временное. Вот. Многие. Вот этот пример. То есть они обрабатывали такая пропаганда, очень была такая тонкая была. Но в отношении Октябрьского института вряд ли что-то англичане организовали. Понятно. Значит, друзья, еще раз. Юрий Хангиревич – это чекист. Это человек, который работал в Комитете госбезопасности. А теперь еще раз возвращаемся. Он работал за границей, во внешней разведке. Но во внешней разведке есть не только те, которые там секреты выведывают, но те, кто есть во внешней разведке контрразведка. И вот на фронте внешней контрразведки Юрий Хангиреевич
другим разведкам иностранным не давал строить и обеспечивал, значит, безопасность нашу. У него уникальная технология. В свое время она была на вооружении, ну, соответственно, в нашей спецслужбе, и, наверное, не только. Вот сейчас я не знаю. И вот такой у нас сегодня в гостях человек. Ну, если она была только в нашей спецслужбе, в других спецслужбах ее не было. Ну, она, наверное, была секретная. Может, это только наше дело было. Конечно, это ноу-хау, зачем его там, да. Специализировался Юрий Хангиреевич по центральному разведуправлению. Английские все эти МИ-6 и тому подобное, это так просто, так сказать, хобби. А так он противодействовал все время центральному разведуправлению. И в следующих наших встречах мы обязательно на эту тему поговорим. ЦРУ в Коминтерне, ЦРУ в Китае, ЦРУ там, ЦРУ сям. И будет очень интересно. Но в Коминтерне там еще всего не было. Не было, ну, значит, какие другие злодеи там были. И с другими тоже разберемся. Я от лица наших слушателей благодарю вас за то, что вы выбрали время и поделились своей книгой, которая называется, друзья, еще раз подчеркиваю, «Английская разведка в России». Спасибо, до новых встреч. Это раньше времени говорит о книге, она еще, понимаете, не издана. Надо еще издать. Да выйдет она из печати, уже куда уж, если она написана, что тут уже самое главное сделано. Юрий Александрович, спасибо, рады были вас видеть, до новых встреч. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо, и спасибо вам всем, и всем здоровья тоже.